История одного экспоната. Гребень. Гребень – это орудие труда для обработки растительных волокон и шерсти. Он использовался для чесания льна и конопли, то есть стеблей, прошедших обработку на мелке и трепалке, а также для чесания вымытой шерсти. Цель чесания – разъединение и равномерное распределение волокон относительно друг друга, отделение коротких волокон от более длинных и окончательное освобождение их от сорных частиц. Гребень представляет собой прямоугольную деревянную лопасть с длинными зубьями на ножке. Его вырезали из цельной деревянной пластины, прямоугольной формы с длинной плоской ручкой, заостренной к низу. Зубья пропиливались глубоко, их насчитывалось от 30 до 90 штук. Плоские, тонкие, заостренные вверху. Из-за того, что гребень имел узкую длинную рукоять и частые зубья, его трудно было украсить. Чтобы гребень долго служил, его изготавливали из твердых пород дерева. Гребень с длинной ручкой являлся частью составной прялки. Такая прялка считалась простейшим приспособлением для ручного прядения. В период своего широкого бытования такая прялка состояла из гребня на ножке и горизонтально положенного донца. Во время работы гребень вставляли в донце – сиденье, а на его зубья надевали кудель, то есть льняные или шерстяные волокна. Составные прялки были двух типов – с гребнем и с лопастью. Гребень для чесания волокна известен на Руси с глубокой древности. Крестьянка, приступая к работе, неподвижно зажимала пучок льна, конопли или вымытой шерсти между зубьями гребня и расчесывала его маленьким деревянным гребешком с частыми зубьями. Гребень распутывал сцепившиеся между собой волокнистые комочки, вычесывал сор, снимал короткое волокно. На гребне оставались лишь длинные, почти одинакового размера волокна, полностью освобожденные от сора. Гребень использовался также для закрепления кудели при прядении на веретене, выполняя роль прялки. В народных верованиях гребень наделялся защитными свойствами. Он очень широко использовался как оберег от нечистой силы, болезней людей и скота. Данный экспонат находится на постоянном хранении в Музее этнографии и ремесел.